Ты выложил сапоги? Согласен. Ты что, сумасшедший? Давай, забираем его, забираем. Я впервые вижу, чтобы кто-то доделывал до конца. Давай, вот этого пассивкой. Почти, кстати. Опа, минус два. Они аккуратно, пришли. Андрей! Они пришли за нами. Они пришли за твоим единственным видео. Если поставить лягушечку на hold position, она будет интересно двигаться? Андрей, у тебя два имени, и то мне приходится их контролить. Войск убито 1138. Наверное, тупо один игра. Так, ну мы сейчас посерьезу тащим, типа. Да-да-да. Чё, ты кого берешь? Вампира. А мне кого брать? Нага, либо Shadow Hunter. Кому не надо будет продавать сапог? Давай с этого начнем. Что на это? Так, конечно же, берем вампиризм. Ну, моя пассивка сильнее. У него тура пассивка в основном на этот, на movement speed. Ой, завод, 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 завод. Вроде всех там это зарезали. Когда будем у этого? Ач! Блин! Почти застилил, вот было бы красиво. Так, ломаем завод. Снизу. Это, смотри, там их пушат снизу. Нам бы вот сюда бы. Неплохо, неплохо. Ну, я сейчас сюда вниз бы голема скинул. Ну, голем у меня тут вроде что-то нафармил. Уверен? Что много. О, тут лучница у пацанов. Все по-серьезу. Главное сразу сносить заводы. Хотя особо да, не опасные. Ой, завод, что завод, 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 завод. Ты это сам придумал? Неплохо, неплохо. Ай! Ты это сам придумал? Ладно, хоть волну не кинул. Согласен. Хорошо. Ты угадал мой план. Я голоден. Не, герои у нас, конечно, крутые, но, блин, не знаю даже. Что на это? Да нам надо кого-то кушать, мы не деремся совсем. Уберемся сейчас. Меня тут... Ухиляй меня. Неплохо, неплохо. Так, что я нужно? Вот сейчас смотри, я разведываю ни слева и ни справа. Смотрим, что там происходит. Смотри, ой-ой-ой, там дичь побежала. Надо спасать нижних правых. Там писец сейчас будет происходить. Ой, я уже тут, а ты где? Привет. Ой-ой-ой, сзади, чувак. Согласен. Ты угадал мой план. Ёптер, не бывает. Согласен. Ты это сам придумал. Да. Мой план. Конечно, мне здесь реально не жить, потому что меня паладин может хилять. Но мы реально проигрываем. Согласен. Ну да. Ты это сам придумал. Ты бы нас хотя бы звал на это, на свои выдвижения. Просто чтобы мы хотя бы опыт получили. Так я же это даже герой забыл, просто по фану. Ну блин, а опыт. Настолько на дурачка я это сделал. Ну все, мы из проигрывавших стали уже выигрывавшими, потому что из оставшихся пацанов мы, наверное, самые сильные. Будем считать, что я сделал это интуитивно, короче. Согласен. Неплохо, неплохо. Халло! Что? С руки застрелили. Хорошо было бы его уже забрать. Я только подошел. А, о, ветром, 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 давай, ветром доламывай. Ветром все. О, я добил. Камень держи. Нет, согласен. Не стою, к сожалению. Так, сейчас я его пробужу своей этой вампирской штукой. Умри. Да лол, Турен. Ты угадал мой план. Турен все запорол. Блин, я в змейках. Как? Видишь, окружил тебя, иди. Лол, нам базу сломали. Что не знаю, ну такая, конечно, намечается долгая игра. Ай, я дохну, да что-то я дохну, как просто писец. Так, давай этого коня замочим. Кстати, ты бы с Хексом был бы полезен. Моя душа принадлежит мне. Ты это сам придумал, Руфи. Ты это сам придумал. Скоро на охоту. Ой, лол. Согласен. Что-то они такие потные вообще. На меня напали. Согласен.
Да, господин. Хорошо. Ну, я пошел. Ты угадал мой план. Что нужно смерть? Ой, все. Блин, писец, я так старался. Мангекю Шарингам. Какая-то дикая игра, получается. Ну ты держись. Да какой уже 7-8 карта сегодня, я уже реально подустал. Я просто зачем отойду? Как бы футы есть футы. Сам придумал. Скоро на охоту. Чёрт, дайте просветку. Ты угадал мой план. Неплохо. Ты выложил спайки? Согласен. Ты что, сумасшедший? Мне нужна была просветка. Лучше бы камень манны выложил, не знаю. Спайки, а вдруг бы кто-нибудь, не знаю, так украл? Джаут их мог подобрать. Да ёперный театр, давайте, пацаны. Что нужно, смертный? Согласен. Ты угадал мой план. Неплохо, неплохо. Я куплю панду. Панду? Ну давай. Буду тебе кидать. Да. Убили. Ладно, я тебе помог. Давай дальше сам. Что нужно? Андрей, помощник, блин. Ребята, кто считает, что вы их надо на рабочих пускать, это... Ты это сам. Вы не шарите. На рабочих не действуйте. Я не знаю, где здесь конец. Если меня спросят, где здесь конец, отвечу, не знаю. Сейчас. Ну что? Что, а, что смотри, вот смотри, план. План вот такой. А, они неуязвимы, кстати. Стой. Своей согласен. Великой армии, давай. Скоро на охоту. Согласен. О, наконец. Ты это сам придумал. Ха, лол, у меня хантеры сраные. Лол, я... А какого черта Турен жив? Ёпра СТ, он жив, он теперь будет жить. Только единственное, его не воскресить, так всё, он был. Охренеть, я воскресил этих гадов, хантеров. Колеб! Ну, о, Андрей, герой просто. Я его забрал, похитил. Главное, что Андрей армию расконтролил. Но, к сожалению, панда умерла. Сейчас черепаха сдохнет, ну баста. Что нужно? Да он ее фокусит, видишь, это нечестно. Он фокусит моего героя, нет, все нормально. Это одна из самых крутых игр Footman Wars, которая у меня была. Ну и напоследок, миллион Тауренов. Где? Ой! Черепаха куда дошла? Он убил моего этого. А как он это сделал? Я вообще не понял, я потерял его просто. Я хотел, короче, усыпить уровень контроля Вадим, короче. Хотел усыпить его героя, кинул волну, убил. Согласен. Я лучше голем сюда скину. Бум, горилла стомпит и назу. Чанда вокал занимали скеттерой. Бум. Ой, лол, это самая эпическая игра, реально. Угадал мой план. Все развалилось. Офигеть, у меня аж пальцы устали, мизинец безымянный. Офигеть!
rain and the sun, boy, I copy and the tune. Batman got some PF in a suit. You've been hungry, that's why I came with a food.